ЧП в Донецке мужчина бросил гранату F1 в здание Кировского райотдела милиции. Трое сотрудников госпитализированы, у них осколочные ранения ног. Нападавший не пострадал, он задержан. Как объяснили в Горуправлении внутренних дел, мужчина пришел пожаловаться на своих соседей, с которыми повздорил. Но на входе в РУВД у него завязалась словесная перепалка с милиционерами, и посетитель бросил в них гранату. От более серьезных ранений правоохранителей спасло только то, что на них были бронежилеты.